Министерство культуры Челябинской области представляет проект, посвященный Году литературы. Участником литературного проекта «Я читаю» на этот раз стал директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский. Читателем публички он стал еще будучи школьником. Много времени провел здесь и в студенческие годы, и во время работы над диссертацией. Но об этом чуть позже. А прямо сейчас сотрудники Челябинской универсальной научной библиотеки приглашают нас всех в отдел, куда невозможно попасть рядовым читателям. Это отдел реставрации. Книжки должны храниться в определенных условиях, не должно быть сильно жарко, влажно. Например, температуру и влажность мы определяем с помощью термогигрометра. Еще для книг важен световой режим. Поэтому вот в наши обязанности входит еще контроль светового режима. Вот, например, я могу показать вам готовые уже работы, сделанные нашими реставраторами. Это вот именно из отдела редких книг. Книга 1854 года, русский художественный листок Тима. Встречаются различные повреждения бумаги. Это и механические повреждения, это и физико-химические, бывают биологические повреждения у бумаги. Такое ощущение, что действительно попал в какую-то операционную, потому что книг, как заболевших пациентов, там лечат. Из книг, которые уже не совсем доступны для чтения, делают абсолютно актуальную литературу, которую можно получить в то время, незапамятное, когда еще я был школьником. Единственный способ получить необходимую тебе информацию – это было прийти в библиотеку. Само собой, самая крупная была публичная библиотека. Я до сих пор храню читательский билет зеленоватого цвета. Предметом обсуждения будет очень непростое с разных точек зрения произведение. Это колымские рассказы Варлама Шаламова. Свой выбор Илья Коломейский аргументирует так. Две причины, наверное. Первая причина субъективная. Тема моей кандидатской диссертации – это культурно-воспитательная работа в лагерях и колониях Челябинской области 1930-1950 годы. И вторая тоже субъективная причина – это то, что с моей точки зрения тот накал страстей, который присутствует именно в этих рассказах, автор черпнул не из своей фантазии, а из суровых реалий жизни того времени, того пространства. Вот я хотела бы вам предложить две книги, хоть вы заказываете одну, две, потому что эти книги как бы дополняют друг друга. Это «Колымские рассказы», «Колымские тетради», а это плюс еще эссе Шаламова. И хотела бы вам предложить еще Достоевского «Записки Гордона». А Шаламов, в общем, открыто полемизирует с Достоевским, с его работой «Записки из мертвых». Представьте себе, все мы были воспитаны на традициях русской литературы с ее понятиями о чести, совести, добре, сострадании, гуманизме. Плюс помножен на опыт советской литературы. Известная фраза «Человек звучит гордо». И вдруг Шаламов. Вот для меня это был опыт даже не читательский. Для меня это было какое-то мировоззренческое открытие. Потому что оказалось, что какие-то многие представления мои я была вынуждена пересмотреть. Шаламов в этой книге, может быть, самое главное, что он хочет сказать читателям, это то, что человек, о котором так много писали в прошлом, он не так хорош, как об этом думали гуманисты 19 и 20 века. Мы всегда знали, что надо проявлять стойкость духа, надо уметь перед трудностями проявлять какое-то мужество, надо быть героем. А вообще скажите, пожалуйста, можно быть героем, если героизм в том, чтобы, получив лишнюю пайку хлеба, ты смог покончить жизнь самоубийством? Потому что без этой пайки это сделать просто невозможно физически. Можно требовать героизма от куска плоти, который
человек стал, и сделали его здесь же другие люди. И вот главное, наверное, что говорит Шаламов, это то, что пробы лагерем не выдерживают 99%. Мне удалось найти ту форму жизни, которая очень проста и в своей простоте отточена опытом поколений русской интеллигенции. Русская интеллигенция без тюрьмы, без тюремного опыта, не вполне русская интеллигенция. Сегодня, когда мы читаем эту книгу, мы действительно понимаем вот то предупреждение, которое в ней звучит, о том, что все наше великолепное создание, культуры, и древние греки, и блестящий Рим, и та же империя сталинская, это все очень хрупко. А еще более хрупок сам человек, от которого очень просто оставить вот то же мокрое пятно, как от насекомого. И вот Шаламов, с одной стороны, он пишет, о лагере нельзя знать никому. Это запретное знание. Нельзя в эти условия ставить человека. А с другой стороны, он об этом пишет. И вот это, наверное, главный парадокс этой книги. Эту книгу, наверное, читаешь не глазами. Эту книгу читаешь сердцем. Каждый из рассказов, он повествует нам о накале человеческой судьбы. Если какие-то другие книги можно читать и понимаешь, что персонажи вымышлены, то когда читаешь повести Шаламова, то понимаешь, что автор-то, конечно, не сознается ни разу, но действительно интуитивно догадываешься, что каждый из рассказов мог иметь каких-то реальных героев. Сегодня мы говорим о постмодернизме. Когда мы эти книги читаем, это уже не литература, это уже игра. Потому что мы получаем удовольствие от чего? Мы видим, это аллюзия, это цитата, это реминисценция. И степень постижения определяется эрудицией читающего в первую очередь. Вот когда мы читаем Шаламова, такой же многословный текст, но мы получаем не удовольствие, а мы получаем пощечину. И он назывался «Рассказы пощечинами», потому что мы испытываем шок. Вот пример приведу классический. Это рассказ на представку. Первая фраза звучит так. Играли в карты у Канагона Наумова. И те, кто читал «Пиковую даму» Пушкина, конечно, вспоминают первую фразу. Играли в карты у коногвардейца Наумова. Но ощущаешь, повторяю еще раз, не радость узнавания, а ощущаешь шок, потому что сталкиваются два мира. Текст Пушкина еще в нашем сознании аранжирован музыкой, оперой, изящным 19 веком. А здесь та мистика, вот та игра ума и грань безумия, которая была характерна для пушкинской повести, здесь превращается в реальный абсурд, в материализованное сумасшествие. И вот эта разница между мирами, это просто бездна. И вот как раз это нас и трогает. Вспоминаю один из рассказов, в которых описывается последний день заключенного. Те, кто работал вместе с ним, призывали работать лучше. Почему? Потому что если бы он тянул вниз планку всего отряда, то плохо бы было всем. И он действительно делал, что мог, превозмог свои силы. Вот ему сказали, это 25%. И вечером этого же дня его расстреляли. И последняя мысль, которая пришла в его голову, была: «А зачем я так себя изморил?» У Солженицына во втором томе «Архипелага ГУЛАГа» есть буквально прямое обращение к Шаламову, где он, эти слова вспоминая, комментирует их так. Он говорит: «Как же так, Варлам Тихонович? Но вы же не стали стучать, вы же не стали доносчиком. Ведь за какой-то камень вы упнулись, за какой-то сук вы зацепились, значит, не все так однозначно». Сам опыт Шаламова, опыт его жизни, опыт его страданий, ну, почти житие, вот он рождает совершенно противоположный эффект, нежели вот те слова, которые были им сказаны, что человек хуже, чем о нем думали. Его как человека разрушили, как оболочку физическую. Он вернулся обратно в Москву через 17 лет, сидел в лагерях, очень больным человеком. Но он сохранил интеллект, он сохранил свой дар поэтический. И когда его спрашивали, были ли вы
он отвечал. Мы были. Но с моей точки зрения, настоящее самоестество возникает вот именно на том пределе, который описан у Шаламова. Главный вывод, который я, наверное, сделал после прочтения книги Шаламова, главное в человеке – это человечность. Я очень долго не могла сформулировать вот эффект этой книги для себя. Вербально не могла сформулировать. И я думаю, очень точную тему высказался Андрей Тарковский, который сказал так, что Шаламов – это гениальный писатель. Потому что важно не то, что он пишет, а важно то, какие чувства он оставляет нам, его прочитавшим. А это чувство сострадания, это чувство очищения. И это самое главное, может быть, это чувство гордости за человека, который прошел этот ад.